предупредить дорожно-транспортные происшествия с участием общественного транспорта и проверить готовность автобусов к эксплуатации в зимний период. С такой целью с 18 по 29 ноября ГАИ МВД ДНР проводит в республике профилактические мероприятия под условным названием «Автобус-2019». В этом году сотрудниками госавтоинспекции выявлено 29 маршрутных транспортных средств с техническими неисправностями, при наличии которых эксплуатация машин запрещена. При выявлении нарушений сотрудники госавтоинспекции будут привлекать к административной ответственности водителей, а также должностных лиц, которые ответственны за техническое состояние, оборудование и комплектацию транспортных средств. Также будет осуществляться проверка хранения транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров, прохождение данными транспортными средствами предрейсового технического контроля и прохождение предрейсового медицинского осмотра водителей перед выездом на линию. Посадку и высадку пассажиров следует производить только при полной остановке транспортного средства, а начинать движение можно лишь с закрытыми дверьми. При общении с водителями инспекторы ГАИ напомнили им эти простые, но важные правила. Акцентировали внимание шоферов и на недопустимости продажи билетов во время движения автобуса. С начала года по причине нарушений ПДД водителями, осуществляющими перевозку пассажиров, совершено 40 дорожно-транспортных происшествий, в которых 49 человек были травмированы. В этом году сотрудниками ГАИ зафиксировано 643 факта нарушения правил дорожного движения водителями автобусов. Правоохранители напоминают водителям общественного транспорта, что именно они отвечают за безопасность пассажиров.